Александр Жулин и Игорь Аршуляк для Ксении и Петра сегодня выбрали музыку Дэвида Арнольда к кинофильму «Годзилла». Ох, и драматическая же история получилась у ребят на льду. Первая часть музыкальная. Была такая длинная-длинная, она вообще была, с моей точки зрения, пугающая, страшная. Во второй части было несколько светлых тонов музыкальных. Ну, в общем, ребята на достаточно высоком техническом уровне все откатали. Единственное замечание, но вот все-таки нету у Ксении толчка. Приходится Петру ее все время вести по льду, даже когда не поддержки. Поддержки, кстати, у пары получаются все лучше и лучше. Сегодня они были и с хорошей амплитудой, и высокие, и одна вот эта вот была очень оригинальная поддержка и сложная.